Привет, всем доброго времени. Это, так сказать, видеоотзыв об унитазе. Если вы будете покупать вот такой вот унитаз, я даже не знаю, как его там назвать, EcoFar4L, селся, фиг поймешь на английском языке, язык сломаешь. Вот, короче, его обратная сторона. Это как каталажный номер, наверное. Сызранская керамика. Сызрань, Самарская область, город Сызрань выпускает эти унитазы. А я-то думаю, почему такая проблема возникла. Теперь все ясно. Город Сызрань. Сызранский унитаз. Вот. Проблема при его установке. Проблемы две возникло при его установке. Ну вот он уже сам унитаз. Бачок. Когда мы ставили бачок, запитывали подачу, вот шланг, вот он лежит, он начал упираться вот в эту сторону. И мы, получается, весь бачок сдвинули в ту сторону. И когда уже начали проверять натечь его, то он у нас потек из-под бачка. Нигде мы не использовали силикон, нигде мы ничего не использовали. Все на родных прокладках. Видите, родная прокладочка, она прям чуть меньше вот этого диаметра. И получается, когда мы сдвинули бачок, она вот так вот накось стала, и отсюда чуть по чуть вытекала вода, и тут вот разливалась, и везде текло. То есть это нам не подходит, такой вариант. Надо делать что-то лучше. Вот. Я пошел двумя путями, поехал. Этот унитаз, кстати, брал я в Леруа Мерлен. И поехал я опять же туда же, в Леруа Мерлен. Ну вот, этот унитаз как бы нас устраивает во всем, только не устраивает в одной этой беде. И в Леруа Мерлен отдельно взял вот такие прокладочки. Вот. Смотрим. Первая прокладочка, она идет такая же, как и заводская, из такого же материала, но гораздо большего размера. Видите? Даже если я ее сдвину, буду двигать бачок, то все попадет. Вот. За место родной ставим черную, притягиваем. Стягиваем, она вот так вот бачком стянется, придавится, и все будет прекрасно. Все зазоры останутся в том же направлении, что и должно быть. Она даже толщины такой же, как и заводская. Вот. Ну, я примерно так приложил. И ради эксперимента я еще взял еще одну резинку. Резинку, именно резинку, не поролон вот этот вот, который идет заводской, а именно резинка. Вот такая вот резинка. Можно эту резинку сделать так. То есть вы родную прокладку одеваете на пластик. Ну, только это все будет выглядеть круглым, круглой формой. Все. Вот видите, резинка станет, резинка не побежит 100%. Вот, то есть оно прижмется, бежать не будет. Но один минус будет существенный. Между бачком и унитазом будет зазор вот с эту резинку, потому что она не сминается, она резиновая и толстая. Но однозначно у вас ничего не побежит. Вот. Ну, я сейчас буду пробовать ставить черную, потому что я не хочу, чтобы у меня там был огромный зазор. Буду пробовать на черной. Ну и вот, наполнение унитаза пошло. Водичка жужжит, жужжит, бежит, наполняется, и пока что ничего нигде не бежит, что мне очень нравится. Ну, в принципе, в первый раз тоже ничего нигде не бежало, пока он наполнялся, поэтому будем сейчас смотреть, что у нас получится. Откуда он у нас побежит, откуда он у нас не побежит. Половина бачка наполняется, надо сделать его, чтобы он побольше наполнялся, половина это мало. Ну, для тех, кто смывает только водичку, для тех будет нормально. Все, красота, прекрасно все, замечательно.
Еще один минус этого унитаза в том, что везде он написан как двойной слив, то есть пол бачка и полный бачок. На самом деле слив здесь одинарный, сразу сливается весь бачок. Вот такой вот, скорее всего, заводской брак. Вот так вот потом одну. Оп, они сразу две закрываются. Ладно. Все это разработается со временем. Садимся вот так вот на унитазик. Видите? Он подо мной не сломался. Но правда, моя попа как-то проваливается в него. И открывается дыра ват. Вот. Ну, в общем, стоит. Дешевый унитаз стоит, работает. Все прекрасно. О, он даже сам закрылся. Ничего нигде не потекло. Ура! Мы добились от него результата. Так что вы смело можете покупать резиночку. Я в конце видео оставлю ссылочки на унитаз, который мы купили. Вот на эту резиночку, которую мы приобрели взамен заводской и поставили. Ну, может быть, кому-то пригодится, оставлю ссылочку и на вот эту резиночку, которую я приобрел на всякий случай, чтобы не ездить, потому что я уже задолбался за всякой мелочевкой гонять. Вот. Вот, купил такое, посмотрим, насколько это все долго отходит, если что. И как бы все сможете заказать в онлайне, приехать и забрать. Это все гораздо проще, гораздо быстрее, гораздо эффективнее получается. Ну, в общем, всем пока, всем добра и удачи вам!